А тут у дороги ибис. Скарлетт ибис. Красный ибис. Нет, это фламинго. Это не фламинго, фламинго очень длинная шея. Нет, это маленькая. Это детеныш фламинго. Это детеныш фламинго. Нет, Карин, это ибис. Это скарлетт ибис. Детеныш фламинго. Да с чего бы ради-то? Ты посмотри на нос-то на его. Ну, это нос фламинги, она маленькая. Хорошо, зови его просто ибис. Маленькая. Он ибис. Фламинго. Фламинго маленькая. Ну, Карина настаивает, что это маленькое фламинго. Да. Маленький фламинго. Это ибис. Нет, фламинго. А что мы не будем? Маленький фламинго? Да. А ничего, что вот здесь вот написано, что это скарлетт ибис? Нет, это вот фламинго маленькая. Маленькая фламинго. Это ты маленькая фламинго, а он ибис. Нет, там маленькая фламинго. Да он никакой не маленький, нет, натуральную величину. Маленький фламинго. Он тут в натуральную нет, величину. Нет, это ибис. Нет, да, уже маленькая фламинго. А когда вырастет, это что маленькая фламинго. Ну ты посмотри на форму носа. У него, посмотри, вот он ходит, да, у него нос изогнутый, как сабля. Нет, это вот фламинго маленькая. Это маленькая фламинго. Это маленькая фламинго. Это ибис в натуральную величину. Нет, это маленькая. Фламинго. Это ибис. Это в натуральную величину. Фламинго. Это маленькая фламинго. Нет, это маленькая фламинго. Это маленькая белая фламинго. Ты юмористка. Это маленькая фламинго. Карина юмористка растет. Теперь она говорит, что вот это маленькая белая фламинго. Это кокоду. Это кокоду в натуральную. Да, и мы пошли вот на эту башню. Смотри, океан-то прекрасен. Там фламинго. Да, дорогая. We have reached the top of the Sky Tower and are now at a comfortable cruising altitude of nearly 300 feet above the park. Every once in a while, if the conditions are just right, we may be able to catch a glimpse of Santa Claus and his reindeer flying through the clear skies and getting ready to celebrate its Santa's Christmas village. And remember, miracles can happen. Карин, как тебе? Our next show is Working Counter at 2:30.